Продолжается программа «Дневной разворот». 12.06 на часах. Здесь в студии Николай Голиков. И Светлана Занько. Да, добрый день еще раз и еще раз. И первый раз тем, кто только что подключился к нам. Знаешь, хотела, Коль, только что расстроиться, посмотрев новости на нашем сайте hakira.ru. Под заголовком «А участок Комсомольской убрали из планов ремонта». Я имею в виду дорожный ремонт. Угу. Ты же помнишь улицу Комсомольскую? Конечно, прекрасно. Да, и все ее хорошо знают. И много раз о ней мы здесь говорили. Да, но зашла в саму новость и увидела, что это связано с тем, что нужно положить ливневку. Ну, то есть это новость-то положительная оказалась. Но почему-то именно для строительства путепроводов чистые пруды, а не по каким-то другим причинам. Ну, пусть будет ливневка хоть так. Пусть хотя бы по такой причине. Правда, не раньше середины октября. И тогда ремонт этого участка улицы Комсомольской откладывается. Ну, не отменяется, пока не отменяется. Ну, ждите, жители, да. Ладно, мы сейчас совершенно о другом. Фестиваль «Джаз-Вятка» открывается в Кирове. «Джаз Нау», что называется, открывается в Кирове. И прямо сейчас у нас в студии Николай Донецкий, продюсер и основатель фестиваля, арт-директор ресторана «Гауди». Николай, добрый день. Добрый день. Владимир Демьянов, главный гость фестиваля, лидер группы «Блюз Докторс». Это Екатеринбург. Владимир, здравствуйте. Доброе утро, друзья. Мне очень понравился комментарий на нашего редактора. Между прочим, один из лучших российских гитаристов. Yeah. И три смайлика. Да, очень приятно. Андрей Пушкарев, генеральный директор компании «Имлайт», учредитель ресторана-клуба «Гауди». Андрей, добрый день. Добрый день. Ну что, мы хотели, на самом деле, Николая пригласить в пятницу, но в пятницу поздно, Коль. Поздно, надо сейчас. Я Донецкому это говорю. И мы сегодня с Голиком, наверное, будем говорить по минимуму, потому что есть два инструмента, две гитары. Заходите на сайт hakira.com. Вы в правом верхнем углу кнопочка «Смотреть», там, да, видеокамера в студии, вам машут руками наши музыканты, мы здесь и улыбаемся, сегодня будет музыка, и сегодня будет рассказ о джаз-фестивале и о джазе вообще. Свет, хотел только маленькую ремарочку, вы, конечно, уважаемые слушатели, звоните нам в эфир, но не забывайте, это не культ-поход. Да-да-да, мы призов ничего не разыгрываем сегодня. Призов мы сегодня разыгрывать не будем, просто будем говорить но о прекрасной музыке. Да, да, общаться можем. Итак, миссия фестиваля — развитие и популяризация эстрадно-джазового искусства в Вятке. И я уже видела ролик в Фейсбуке сегодня, выложенный из музыкальной студии, о которой мы рассказывали с Колей в прошлом культ-походе, который нам очень хочется побывать, конечно, очень хочется побывать. Вот, и вы пишете, что вы полностью готовы к фестивалю. Коль, рассказывай. Да, совершенно верно. Мы полностью готовы к фестивалю. Вчерашний день был посвящен большому количеству репетиций. Вот, внезапному джему на студии. Мы джемовали вместе с Владимиром, с группой Shakers, нашей знаменитой. Вот, записали пару треков интересных. Наверное, они скоро где-то появятся в сети. Сейчас был такой взгляд в сторону Андрея Пушкарева. Я знаю, Пушкарев тоже джемовал? Нет, он помогал технически. Да-да-да. Вот, соответственно, сегодня уже была репетиция нашего нового джаз-оркестра. Так что на сегодня можно сказать полностью, что мы готовы к всем трем дням фестиваля в полном объеме и представим интереснейшую программу. Чтобы подтвердить эти слова, нужно прямо вот сейчас ударить по струнам, я думаю. По-моему, прекрасно. Да. Владимир, сейчас Николай сказал, что наш новый джаз-оркестр создан, да? Кто там, что там, как вы оцениваете? Что это такое, да, вообще, да? Ну, это скорее вопрос ко мне, да? Потому что с Владимиром мы играем совместно с группой «Эль Танго», угу, сегодня вечером. Угу. А премьера джаз-оркестра состоится в пятницу на закрытии фестиваля. Просто очень давно в Вятке не было джаз-оркестра. Наверное, лет, ну, 10 как минимум. Угу. Лет 10 как минимум, точно. Да. Угу. И мы озадачились, чтобы такого нового сделать, и причем, ну, довольно масштабного сделать, потому что собрать в Кирове 18 прекрасных музыкантов, это оказалось не так просто. Почему 18? Биг бенд, в конце концов. Биг бенд, да, стандартный состав оркестра. Мы бы хотели больше, но больше, к сожалению, невозможно по неким причинам. Не войдут? Во-первых, не войдут на сцену. Вот, потому что все очень плотно. Uh-huh. Ну и, во-вторых, у нас нельзя похвастаться, что в Кирове огромное прям количество музыкантов, которые способны играть джаз. Вот. Их есть,
Но судя по всему, есть. Раз Демьянов приехал и играет с вами, судя по всему, есть в Кирове достойные музыканты, с которыми можно играть. Не спорю. Безусловно, я очень много знаю музыкантов из города Киров. А некоторые из них живут в Москве, а с некоторыми мы уже давно дружим. Например, это ваша легендарнейшая во всех смыслах группа «Шейкерс». Большой привет ребятам, действительно отличные артисты. И вот «Эль Танго», мы вчера встретились на репетиции. В первый раз мы никогда не играли до этого вместе, ну только один раз на джеме. Он здесь прекрасные музыканты, и сегодня вечером мы дадим огня в Гауди. Приходите. Раз у нас такая музыкальная программа, надо вот этот огонь показать, да, Коль? Дайте немножко огня. Да, мы сыграем сейчас песню, которая называется «RX for the Blues». Ситуация в ней следующая. Мужчина очень любит женщину, и она его, конечно, нет. Он тоже блюз. Вот. И он приходит к доктору с просьбой дать ему немного яда, и, потому что если она не вернется, жить ему незачем. Мы с Николаем сейчас попробуем это сделать. All day I'm worried, and all night I'm blue. Feel so sad and lonesome, I don't know what to do. And so I ask your doctor to see if you can find something in a solution to pacify my mind. Doctor, doctor, oh please, please, doctor, won't you write me a prescription for the blues? Cry like a child since she's been gone. I'm so downhearted, I want my baby got back home. Went to see injections and would the doctors do? Well, sugar hasn't told me there's nothing we can do. So doctor, doctor, oh please, please, doctor, won't you write me a prescription for the blues? Something poison, I'm begging you on my knees. I will sign a paper that I'm dead from heart disease. So doctor, doctor, oh please, please, doctor, won't you write me a prescription for the blues? Just like a baby, all night I'm crying. Now if you can cure me, why too soon to die? Give me something poison, I'm begging you on my knees. And I will sign a paper that I'm dead from heart disease. Doctor, doctor, oh please, please, doctor, won't you write me a prescription for the blues? Владимир Демьянов, Николай Донецкий. Полминуты отдыха и снова в студии. Продолжается программа «Дневной разворот». Фестиваль «Джаз-Вятка» стартовал в Кирове. Вот буквально с этого эфира, я бы сказала. Прямо да, сейчас. И причем прекрасно совершенно стартовал. Все как положено. Это, не знаю, заметили слушатели, нет, что
У нас Владимир доигрывал на пятиструнной гитаре. Те, кто смотрит видеотрансляцию, как раз говорит об эмоциональности исполнения. И, в принципе, блюз он это предполагает. Как говорят в нашем коллективе, нас это никогда не останавливает. Все верно. Я как раз вспомнил про, опять же, великого и блюзового, и рок-н-ролльного музыканта, про Бо Дидли, который, если у него оставалось больше двух струн после концерта, говорил, плохо поигралось. Когда мы говорим о фестивале, вот уже если вы заявляетесь как фестиваль, вы берете на себя большую ответственность. Мало того, что нужно собрать хорошие коллективы, привести замечательных музыкантов, нужно в техническом смысле соответствовать этому названию, конечно. И здесь... все посмотрели на Андрея Пушкарева. Да. Да, ну, естественно, техническим райдером занимается компания Imlight. Опыт у нас как бы еще очень... скажем, древний, то есть если вспомнить наши первые как бы поиски, то есть это, конечно, мы начинали с рок-фестивалей, то есть первый рок-фестиваль, который проходил в Кирове в АЦМ, если кто помнит, да, это 30 лет. Насколько я помню, вообще в Театре юного зрителя начинали. Нет, так вот. Ну, нет? Это да, но я им говорю, вот первый рок-фестиваль, когда приехала группа Кино, угу. Тогда это было очень интересно, то есть тогда еще Виктор Цой только, можно сказать, как звезда поднимался. Есть да, памятная табличка на УЦМе? Ну, если нет, то появится обязательно, я думаю. Да, то есть это был, несомненно, первый такой проект, когда именно мы занимались тогда техническим оснащением. То есть вот уже 30 лет мы, скажем, в теме. То есть, ну, понятно, что меняются, может быть, различные какие-то жанры. Сейчас компания участвует в различных фольклорных, там вот, буквально недавно мы вернулись из Уфы, где проходит очень большой фестиваль, это «Сердце Евразии», там приезжают все там республики, вот осенью проходит в Казани симфоночь, так называемая, это классическая больше музыка. Недавно проходил здесь фестиваль «Взлетная полоса», то есть как бы Imlight всегда вот в гуще событий, то есть различных жанров, нам интересно работать и поддерживать, тем более в нашем как бы городе, и тем более это будет проходить на площадке Гауди, которая, ну, считаю, с точки зрения там технического оснащения, наверное, лучшая как бы в городе, то есть я надеюсь, что действительно проект, и он должен расти, и, наверное, также предполагается, что будет какие-то уличные опен-эйры, то есть, ну, может быть, начало большого пути. Понятно, что, может быть, джаз не так является каким-то там культовым, как там рок-музыка, но мы надеемся, что город Киров будет превращаться в более развитый город блюза и джаза. А что-то дополнительное пришлось ставить в связи со спецификой музыки в Гауди? Ну, несомненно, как бы, то есть, во-первых, несомненно, там было решено все, что связано с акустикой, то есть не только как бы вопрос как бы решался по технике, а непосредственно сам зал был, это очень важно, как бы заглушить, чтобы все было, все, что мы хотели, все те струны, которые рвутся, именно звучали так, как нам бы хотелось, и чтобы это доходило до людей, то есть, несомненно, это повлекло определенные дополнительные расходы, но мы считаем, что для нас как бы качество самой площадки очень важно, как бы мы предлагаем как бы качественный продукт. То есть, таким же образом, так как это все происходит на базе ресторана Гауди, мы также пытаемся не только развивать музыкальную составляющую, но еще и кухню, то есть, чтобы тоже все было по нотам, чтобы все тоже было так же красиво и вкусно. Кухня тоже будет джазовая? Несомненно. То есть, если вы видели нашу пиано, которая на пиано будет, лучшие стейки. Это будут... барная стойка, да, надо это... сказать. Мы сейчас в этом смысле. Да, ставшая легендарной. Кто ее только не фотографировал... И даже из мировых звезд блюза, особенно почему-то она популярна среди мировых звезд блюза. Это прекрасно. Николай, у меня вопрос еще такой. Вот Андрей, он так немножко предположительно говорит, я надеюсь, что это будет так-то, так. Вы же все опробовали же, аппарат-то все. Как все звучит? Ну, я не знаю больше другой такой площадки. Недавно нам посчастливилось побывать и в Москве, и в Санкт-Петербурге, в разных джаз-клубах, поиграть именно с группой «Эль Танго». И я скажу, что... ресторан «Гауди» на сегодня полностью отвечает не просто российским, а мировым стандартам в плане звука, в плане технического оснащения и комфорта. А вот именно «Биг Бэнд» как звучит? Там же довольно сложная озвучка-то все-таки идет. Такая тонкость, что ресторан «Гауди» все-таки он не такой большой, и «Биг Бэнд» практически не требует никакой озвучки. Само помещение звучит потрясающе.
То есть вот буквально сегодня, несколько часов назад закончилась репетиция, буквально 2 часа назад закончилась репетиция, я отслушивал уже окончательные правки какие-то мы выносили, и, ну, в общем, ничего не требуется, требуется просто прийти и хорошо сыграть. Это как, извиняюсь, просто добавлю, это немножко в другой там, да, то есть всегда, если вот, скажем, там, храмы, да, то есть всегда это было очень основополагающее там создание хорошей акустики, да, вот мы сейчас, так как занимаемся, кроме, скажем, фестиваля, еще какими-то проектами, вот в частности мы сейчас делаем акустику и звучание храма Христа Спасителя, там очень сложный звук, так как там 3 хора певчих, и звук, то есть как бы очень сложный, то есть вот там как бы требуется и электроакустика, то есть, ну, и к тому, что вот уже с точки зрения масштабов каких-то проектов, то есть, хотя изначально, как бы, если взять там все храмы, они строились там без, и звучать, должны были звучать, ну, как бы, с точки зрения самой как бы архитектуры, самой без вмешательства электроники. Да, скажем так, а сейчас, да? Как бы, ну, сложно сказать, создано ли это с нарушением или вот за счет того, что вот 3 хора певчих и вот распространение, то есть сложно, ну, как бы там ни было, вот сейчас мы занимаемся и этим тоже, да, такими проектами. И этим тоже. А знаете, что вот интересно? А кроме того, что вы собираете музыкантов, вы ставите звук, вы собираете биг-бенд, у вас будет специальная кухня, а есть какие-то еще фишки, которые вы придумали для фестиваля, не знаю, тематические вечера? Почему-то сразу, конечно, девушки представляются в платьях 30-х годов, там, да, какие-то такие вещи. Или сама публика, вы замечаете, потому что у вас же постоянно какие-то тематические вечера проходят, сама уже стремится тоже атмосферу вносить в вечер. Тут, на самом деле, важна даже не столько визуальная составляющая, хотя она, конечно, важна, и, естественно, мы все будем в костюмах, немножечко в стиле того времени. Ну, не, я не говорю какие-то специальные костюмы, просто мы будем, ну, в определенном стайле, да. Барабелла, да. Все музыканты будут в определенном стайле, конечно, все будет очень прилично, но самая главная штука это настроение, создание именно джазовой атмосферы, атмосферы свободы, атмосферы дружбы, равенства и братства. И неважно, какой это человек, откуда он приехал. То есть, собственно, в этом основной смысл и джаза, и, в общем, блюза, потому что это музыка, объединяющая людей. Ну и главная, конечно, фишка, которая есть, это совместное музицирование. Это джем-сейшены. Они будут происходить каждый вечер после окончания каждого концерта. А завтрашний день практически целиком посвящен джем-сейшену. То есть соберутся все музыканты города на открытой площадке, и мы будем играть джем, начиная с 7:30 до 10:00, сначала на улице, если позволит погода. А потом мы переместимся уже как автопати в основной, на первый этаж Гауди, и в баре «Небо» мы продолжим все это, пока, собственно, не порвутся все струны. Николай, если погода позволит, где эта открытая площадка-то будет? Прямо у здания Гауди. Прямо у здания Гауди, да? 103А, угу. Да, с правой стороны здания, вот там мы. То есть, я думаю, что прокуратура будет очень рада. Да, как раз я подумал об этом. То есть все рядом. Все в костюмах. Все в костюмах. Так, мы сейчас говорим о старте фестиваля «Джаз Вятка». Вот он стартовал, у нас здесь в студии. И нужно сейчас людям четко сказать, когда, в какие дни, при каких условиях они могут побывать на фестивале. И что там будет? По-русски говоря, программа. Открытие фестиваля состоится сегодня с 20:00. В ресторане «Гауди». Сегодня выступит сначала... Мы немножко разделили по стилям, чтобы показать всю палитру, ну, насколько это возможно, джаза. То есть сначала выступит коллектив Soul Food, они представят современный джаз. Далее выступит... Это, пожалуйста, называй сразу, откуда люди, что за люди? Вы-то все друг друга знаете. Все коллективы кировские. То есть Soul Food — это музыканты группы «El Tango», музыканты коллектива «Midnight Jazz». Они собрались вместе для того, чтобы играть отличную от других музыку. То есть именно современный джаз с его сложными ритмами, с какими-то странными интересными гармониями, импрессионистским звучанием. Вот с этого начнется фестиваль. Дальше будет выступать Дмитрий Лукьянов, потрясающий мега талантливый пианист, певец, композитор. Он представит уже традиционный джаз, некий стиль, который называется пианомен. Человек, который сыграл на фортепиано не только на суше, но и на море. Да, да, да. Человек, который объездил, наверное, все страны, которые только возможны. Ну и как минимум все континенты. После этого будет очень интересный тандем Марины Машкиной. Это довольно известная в Кирове певица.
она пела в «Альтанго», потом сейчас занимается двумя коллективами, это «Дивертисменты» и «Хлановские бояре». Вот. А они совместно с Сергеем Быданцевым, прекрасным пианистом, представят программу, исполненную на русском языке. Это объединение этнической музыки, русской музыки, объединение поп-музыки и джазовой музыки. Вот. И продолжится вечер огненным концертом Владимира Демьянова из группы «Blues Doctors». И «Альтанго», конечно же, друзья. Это и, вот только, и завершится это, сегодняшний это вечер. Это только сегодняшний вечер? Это только сегодняшний вечер. Господи, программа вечер. На целый фестиваль. Да. И после выступления Владимира джемсейшн? Состоится обязательный джемсейшн, конечно. У нас то остается 3 минуты до перерыва, и мне кажется, что нужно еще сыграть. Хорошо. Я думаю, что... И да. Спеть. На самом деле, порванные струны нам никогда не мешают. Baby, if you think I'm mad about you, you got to change your mind. Baby, if you think I'm mad about you, you got to change your mind. My woman, she's long, my woman, she's tall, fit in the kitchen and hides in the hall. If you think I'm mad about you, you got to change your mind on me. Change your mind. My woman loves whiskey, wine, and gin. She doesn't drink beer, but I think she can. If you think I'm mad about you, you got to change your mind on me. You got to change your mind on me. You got to change your mind on me. You got to change your mind. Девушке явно до 30 лет, раз она предпочитает джин и виски. Спасибо, спасибо. Владимир Демьянов, Николай Донецкий с инструментами у нас в студии. Андрей Пушкарев, генеральный директор компании «Имлайт», учредитель ресторана «Гауди», о джазовом фестивале, который сегодня стартует в Кирове. Сейчас уйдем на короткую рекламу и продолжим рассказ о том, чем могут насладиться кировчане в ближайшие дни. Продолжается программа «Дневной разворот», и мы сегодня говорим о фестивале «Джаз-Вятка», который открывается сегодня у нас в Гауди-холле, в ресторане «Гауди», точнее, будет сказать, или, вернее, уже открылся у нас сегодня здесь в студии. В нашей студии. Да. И у нас в гостях Николай Донецкий, продюсер-основатель фестиваля, арт-директор ресторана «Гауди». Николай, еще раз добрый день. Еще раз добрый день. Андрей Пушкарев, генеральный директор компании «Имлайт», учредитель ресторана клуба «Гауди». Добрый день. Добрый день еще раз. И наш гость Владимир Демьянов, это, точнее, не наш гость, это главный гость фестиваля, лидер группы «Блюз Докторс» из Екатеринбурга. Владимир, еще раз добрый день. И сегодня в исполнении, так сказать, Владимира при помощи Николая уже услышали два прекрасных блюза, и думаю, это еще не последнее в нашем сегодняшнем репертуаре. Николай, мы пока только рассказали об одном дне. О сегодняшнем? Да, о сегодняшнем. Что будет завтра? Завтра у нас состоится джаз-вятка Open Air. В начале, как пре-пати, с 19.30 выступит замечательная кировская группа, которая играет блюз, ритм и блюз, Грегорс Бэнд. Вот хорошо уже знакомые нашим в том числе публике. И нашим слушателям, да, они у нас да, тоже да, были. Да. А после этого инструментальную программу представит группа «Эль Танго». И после этого начнется большой масштабный джем-сейшн, в котором смогут принять участие все, кто, в общем-то, хотя бы примерно представляет, что такое блюз, что такое джаз. Ну, естественно, мы будем помогать всем в этом, объяснять, как это лучше делать, и ждем всех любителей музыки на это мероприятие. Куда? Николай, опять же, Open Air, он будет опять напротив прокуратуры? Да, Open Air будет напротив прокуратуры. Они, наверное, счастливы. У них просто, да, у них праздник какой-то, а не жизнь. Да, рядом с рестораном «Гауди». И на следующий день нас ждет премьера джазового оркестра, который будет называться... Это уже пятница у нас. Это уже пятница. Это, пятница, да. Это будет джаз-вятка Big Band. Впервые мы исполним программу, посвященную традиционному классическому оркестровому джазу. Вот. И кроме Big Band, конечно, в этот день будут участвовать молодые ребята, которые только что закончили наш колледж искусств имени Казенина,
коллектив Midnight Just и также коллектив из студентов и педагогов колледжа Казенина, джаз-мансард Станислава Хусаинова, mm-hmm. и он пообещал, что представит какую-то совершенно сумасшедшую программу, то есть там будет и классика в джазе, они будут играть барочную музыку в джазовых аранжировках, они будут играть какие-то русские композиции, полностью переделанные, но Станислав прекрасный композитор, очень талантливый человек, и я думаю, это будет очень здорово. Мало того, вам как-то, ребята, подфартило. Вот именно в эти дни, наконец-то, природа и погода нам улыбнулись, потому что температура воздуха будет до 20 градусов даже в вечернее время. Абсолютно ясно. Ну, еще добавь то, что джаз-бенд разогревает воздух не хуже любого солнца. Да, и это будет просто прекрасно. Это можно провести 3 вечера незабываемых после работы, захватить последние дни лета, слушать прекрасную музыку, наслаждаться прекрасной едой, питьем и разговорами. Это прям большое вам спасибо за то, что такой праздник делаете. Мы рады и счастливы делать этот праздник для вас. А вот хотела спросить еще Андрея Пушкарева, когда внутри помещения все понятно, стоит оборудование стационарное, все хорошо, а звук open air обеспечивать сложно? Ну, нет, в зависимости от задачи и каких там проектов. То есть понятно, что здесь в масштабах Гауди там это небольшая площадка. Конечно, когда мы работаем, допустим, как крестный ход, где там 100 тысяч, там, и понятно, что определенные требования. То есть везде определенные есть условия. То есть вот сейчас, буквально там завтра у нас команда уезжает в Астрахань. Там в масштабах Астраханского Кремля будет там это оперный театр, постановка «Князь Игорь», там достаточно, ну, также камерная, то есть площадка, они причем используют сам Кремль как декорации, то есть все там колокольни, вот храмы, они, то есть все это встраивают, как бы вот, это уже проходит у них также, мы уже четвертый раз там работаем, то есть ежегодно там вот такие большие проекты, конечно, то есть вопрос... Все зависит от конкретного проекта. Там, то есть, там, допустим, ну, если говорим Астрахань, там 100 микрофонов, там, это большой там, и кардобалет, ну, в смысле, балет, точнее, да, и там много оперных. Причем, если, скажем, в прошлом году там главный солист был из Большого театра, то есть, как бы уровень, несомненно, таких проектов очень высокий, там, и требования с точки зрения качества. Там. То есть, понятно, что для классической музыки одни, ну, скажем, задачи там для рока, там, для каких-то больших там концертов, проектов. Вот мы там работаем уже несколько лет там с группой Би-2, там, с Лепсом. То есть, вот, допустим, работали там Зеленый театр в Москве. Ну, то есть, именно открытые площадки, конечно, там, ну, то есть, это и большие требования. Для каких-то больших проектов мы приглашаем наших там партнеров, звукорежиссеров там из Германии. То есть, как бы, если где-то и там из Мариинского, то есть, если как бы уровень наших специалистов где-то не хватает, то мы как бы усиляем. То есть, как бы вопрос, это не только определяет как бы техника, это все равно в первую очередь профессиональные как бы звукорежиссеры, там специалисты, техники. То есть, как бы это в первую очередь самое главное, то есть, это все-таки профессионалы. Но у нас-то попроще, да, наверное, здесь. Нет, это, конечно, как бы, ну, в любом случае, конечно, хочется, чтобы все это было как бы достойно, чтобы все получили эстетическое. Тем более, это место, где там выступал в свое время там Соломон Сахар, то есть он там жил рядом, то есть это такое место, да, тоже, скажем, легендарное, и как бы, то есть это определенная такая традиция, чтобы здесь все было, прозвучало, скажем. Вам придется задуматься о благоустройстве прилегающей территории, раз вы такие масштабные действия уже разворачиваете. Все впереди, мы будем расти, мы будем развиваться совместными усилиями. Я думаю, что планов действительно очень много на будущее, и с точки зрения фестиваля, и просто с точки зрения развития музыкального направления вообще в Гауди. Вот очень многое. И в том числе, я думаю, да, будем устраивать опен-эйры. Вот, Николай, у меня еще такой вопрос. Смотрите, вот мы начали говорить, что в Кирове таких масштабных джазовых коллективов не было. Да, на самом деле, в 90-е годы у нас был Вятка джаз-бенд, который в том числе в Екатеринбурге брал в свое время неплохие призы, так к нам и приезжал и Саульский, и Лундстрем приезжал с этими оркестрами, они общались. Потом это вот куда-то исчезло, да? А сейчас я смотрю, вот у вас фестиваль. Есть же еще фестиваль, который Дэниел Крамер делает, да? Да, совершенно верно. Нам тут министр Скальный обещал, что будут продолжаться какие-то джазовые истории. Есть у нас джазовый фестиваль там, в программе «Дней романтики». То есть вы как-то вот в этом общем движении тоже участвуете? Да, разумеется. С точки зрения
сотрудничество. У нас все замечательно построено. То есть мы дружим всеми фестивалями, но по-другому просто невозможно. Вот. Мы представляем нашу кировскую сцену, фестиваль джаз над Вяткой, который устраивает, директором которого является Крамер Даниил Борисович. Они знакомят кировского слушателя с необычными звездами мирового джаза. Вот, ну, довольно экзотическими иногда, да. В том-то и дело, что да, именно экзотическими. И мы совместно устраивали в ресторане Гауди, вот когда был прошлый фестиваль, мы устраивали совместно джем-сейшн. Опять же, вот это живое общение музыкантов, которое необходимо просто. Так что я думаю, у нас еще будет очень-очень много всего интересного. В связи с этим, Владимир, вопрос. Да? Вы как ощущаете ситуацию в стране? С точки зрения интереса к джазу, что-то меняется, какие-то тренды новые намечаются? То, что, если я буду судить о том, как люди относятся к джазу и какой запрос есть на джаз, исходя из того, что сейчас рассказали ребята, я понимаю, что был какой-то провал, да, в период времени какой-то провальный, а сейчас новая такая волна пошла интереса к джазу. Ну, я блюзовый музыкант, поэтому скажу со своей точки зрения. На самом деле, если говорить о джазовой музыке в Екатеринбурге и в Москве, и в стране в целом, сейчас появляются новые имена, которые действительно не просто хороши в масштабах российских, но и на мировой сцене. Например, трио ЛРК, например, там Игнат Кравцов, барабанщик из Екатеринбурга, кстати, входит в его состав, они много путешествуют, совсем недавно были в гастролях по Азии. Очень красивая музыка, это действительно качественный, на мой взгляд, джаз. Послушайте обязательно. Очень-очень много людей, которые действительно круто играют. Юлия Перминова, девушка, которая играет на органе, она играет на органе и пианино, Хэммонд орган, естественно, и пианино. Тоже еще она сочиняет и тоже путешествует, очень много играет. К этой музыке, безусловно, есть интерес, он есть везде, не только в Москве, в каких-то других городах. В Кирове очень много людей ходят на эти концерты. Когда мы были здесь в туре с Данилом Крамером, как раз с блюзовым концертом, мы видели, что здесь было очень много людей на концерте. Это прекрасно, я считаю. Вот. И благодаря таким людям, как Николай, да, становится больше поклонников этого жанра. Это замечательно. У нас в городе, я могу сказать точно. Владимир, как бы есть такое мнение, бытует, что блюз — это музыка народная, чуждая нам, не нашего народа, так сказать. Да, классно, именно все так и есть. Я недавно был на нескольких фестивалях в Италии, и действительно, да, это чуждая нашим людям музыка. Ну, конечно, только она... Почему-то ее все любят, ходят. Ну, да, в том-то и дело, что итальянцам она точно так же, по идее, должна быть чужда. Точно так же, как норвежцам, точно так же, как французам, точно так же, как японцам. А сейчас в Америке меньше блюза, чем в Европе, на самом деле. Это реальность. И если вы хотите, например, почему Япония, вот послушайте, например, записи техасского гитариста, которого зовут Крис Дюарт, с японскими музыкантами, вы никогда не скажете, что это играет японская группа. Дело в том, насколько люди хотят это делать. Блюз — это музыка вообще интернациональна. И, если честно, разговоры о том, что ваш джаз нам чужд, вот там, помните, помню, картинку такую, да, они мне на самом деле надоели. Мне кажется, это не так. Посмотрите на нашу сцену более внимательно, вы увидите много музыкантов, которые действительно здорово работают. Если вы спросите, в чем отличие, возможно, и наши европейские и американские коллеги несколько по-другому подходят к работе в команде. Но это уже музыкальные такие тонкости, которых, в принципе, говорят только в профессиональном кругу, вот и все. А на деле, на концертах очень здорово. Мы организуем у себя дома специальную серию концертов музыкальных, она называется «Блюзовая среда», мы проводим его в лучшем музыкальном клубе «Дом печати». Кстати, Коля Эльтанга тоже были гостями наших концертов. Да. К нам приезжают музыканты из разных стран. Вот я на следующей неделе отправляюсь в Швецию, чтобы договориться с парочкой артистов и самому там поиграть музыку. Ну, в общем, я считаю, что музыка — это язык, который помогает людям быть вместе, а вовсе не для того, чтобы думать, ох, мы тут что-то не так делаем. Вот Володя упомянул Италию. Мы, естественно, следим за путешествиями всех наших любимых гостей, спикеров и друзей. И когда там Андрей Пушкарев или Илья Рычков выкладывают интересные картинки из разных городов итальянских, мы просто тут воем-воем. Думаем, боже мой, какая прелесть. Вот прямо что не вечер, то концерт, что не вечер, то звезда. Прямо на улицах даже самых маленьких городков есть эти фестивали.
фестивале. И слава богу, сейчас это приходит к нам, несмотря на тот климат, в котором мы живем, несмотря на неблагоустройство, на которое мы жалуемся. Когда играет музыка на улицах, ты об этом совершенно не думаешь. Все уходит на задний план. Задний план, да. Конечно. И я прямо правда, ребят, второй раз вас благодарю искренне от всей души, что вы это делаете, потому что вот этим должна наполняться наша жизнь. Вот именно этим. Особенно по вечерам. Да, Коля? Сейчас не вечер, знаешь, ничуть не хуже от этого, да? Да, да. У нас есть время, да, чтобы в третий раз. Хорошо, друзья. Сыграть. Мы говорили о том, что музыка сближает, поэтому вы будете мне помогать всеми подручными. Окей. Хорошо. Так и сделаем. Споем. Приходите сегодня вечером в Гауди, там мы очень неплохо проведем время. И слушайте музыку. Спасибо. Николай Донецкий, Владимир Демьянов и Андрей Пушкарев. Это был «Дневной разворот». Всем спасибо, всем до свидания.